окно с чтением. Вы ко мне? Пока не знаю. В библиотеку? А, нет, я здесь буду работать, в интернет-магазине. Очень приятно. Библиотеку нынешнюю молодежь не заманишь ничем. Вот сидите, сидите в своем интернете. Ой, а что может быть лучше? Общение с книгой. Так я буду к вам заходить за художественной литературой. Да и мне и по учебе надо. Так вы студент. Очень даже славно. А где вы учитесь? Так на педагогическом. Так это еще лучше же, просто замечательно. А по какому вы предмету? Физкультура. Не знаю даже, что я смогу вам предложить по такому предмету. Вот учились бы вы на филологическом. Или еще лучше, на факультете начального образования. Тогда вам нужно совершенно другое дело. Но это вы погорячились. Ну, я в любом случае буду к вам за художественную литературу заходить. У вас фэнтези же есть? Ох, нахватались иностранных слов. Уж так бы и говорили. Приключенческая литература, фантастика, сказки. А то фэнтези, фэнтези. Ой, да что же это я, глава садовой? Мы же с вами не познакомились. Галина Александровна. Иван. Очень. Очень приятно. Вы знаете, у нас редко появляются новые лица, и я им всегда так рада. Вот, а давайте-ка я вам про всех все расскажу. Веду, так сказать, в курс дела. Да, хорошо, давайте. Ну вот, очень славно. Вот ваш интернет-магазин, вот. А дальше моя библиотека. А вот здесь у нас Сала сидит. Она гороскоп составляет. Ума не приложу, на кой это людям сейчас нужно? Вот. Но у нее трое детей от разных мужей. А замужем она боролась, наверное, 5, представляете? А часто ли к ней за гороскопами ходят? Да нет, не очень часто. Городок у нас, сами знаете, маленький, не до гороскопов. Правда, из других городов приезжают, но это бывает нечасто. И заработок у нее небольшой. Но она не унывает. Она вообще очень-очень положительный человек. Всегда в хорошем настроении. А вот сейчас, согласитесь, это очень большая редкость. Все сидят по углам, друг на друга дуются, разговаривать ни о чем не хотят. А, извините, а в этом кабинете кто работает? А здесь у нас частный детектив Семен Абрамович. У него там даже табличка есть. Ну, у нас верный сын сидит у своей мамаши, а она карга старая, никакой жизни ему не дает. Семен Абрамович влюблен в вам, но всячески это скрывает. Ну, правда, все равно в курсе. А я думал, частные детективы это только в книжках, ну или там в фильмах каких. Ну, как видите, нет. Конечно, Семену Абрамовичу, ему нужно за чужими жёнами следить, измены всякие проверять, ну и собачек разыскивать. Ну, стоило ради этого кончать юридический факультет. Ну, правда, сейчас без хорошего знакомства и без знакомых на работу не устроишься. А какие у него могут быть знакомые, когда он сидит, возле своей мамочки? А ее и раньше-то было из дома не выманить, а сейчас и подавно. И потом, вы сами понимаете, как же без этого? Когда вот без этого вообще-то, я на них удивляюсь. Какие-то они бестолковые, хоть и евреи. Да может все дело просто не в национальности, а человек либо толковый, либо нет. Очень может быть. Ой, а вот он сам. Доброе утро, Семен Абрамович. А это Иван, наш новый продавец. Шалом. Очень приятно. Взаимно, да. Ой, всем привет. Ой, замоталась. Пока всех накормишь, соберешь, поднимешь. Хорошо, хоть пришкольный лагерь работает. Я туда все сбагрила, а то бы все лето мотались на улице. Ой, здрасте, а вы ко мне? Простите, ради бога, что пришлось подождать. Я сейчас... Не-не-не, я здесь буду работать. А, в интернет-магазин, что ли? Да, меня Иваном зовут. Алла, очень приятно. Ну, слава богу. Хоть парень, а то все бабы да бабы. А я вот только с ними подружишься, они раз
и рожать собираются. А я их предупреждала, не сиди на декретном стуле. А на каком? На декретном. Ну, ты чего, не в курсе, что ли? Только... Нет. Сядешь на стул, примета такая, сядешь на стул после беременной, обязательно сама забеременеешь. Ага, ну, я... проверено. Ну, тебе, я думаю, да, это не грозит. Да уж, наверное, да. Народ, ну, может... По кофейку, а то я дома не успела, замоталась абсолютно. Ой, с превеликим удовольствием, вы такие чудесно готовите кофе, даже лучше, чем моя матушка. Да, Семен Абрамович, Нескафе в чашечке разболтать, это вот прям по моей части. А мне чаю без сахара, если можно. Хорошо, Ваня, ты что будешь? А если можно, то мне тоже чай, только у меня и кружки-то своей нет. Ой, вот это вот как раз добра у нас прям навалом. С сахаром без? Да, 5 ложек, пожалуйста. Семен Абрамович, в мой дом снова пришла беда. Маркизу похитили. Ой. Нет, мои соседи разбойники. Нет, я этого не вынесу. Я умру от разрыва сердца. Ой, не стоит беспокоиться. Вы таки не надо, слезами горю не поможешь. Пройдемте в мой кабинет. Вы вызвали вашу маркизу из плена? Да, конечно. Прошу. Аллочка, затем я загляну к вам. Мне срочно нужен новый гороскоп. Как жить, если не ведаешь, что сулят тебе звезды? Я вас очень жду. А, да. Прошу поторопиться. Терпеть не могу, когда меня Аллочкой называют. О, вот даже не успеешь кофейку хлебнуть. Гороскоп пойдешь мне ваять по прежнему своему этому самому раскладу. Ну, конечно. Ну, хочет человек, чтобы ее ждала большая любовь. Да ради бога! На здоровье жалко мне, что ли? Спасибо. А, подождите, а как же, ну, там, звезды и все такое? Я тебя умоляю. Кто за гороскопом такой? Кому делать нечего? А такие люди, а им, правда, не нужна. Им нужно услышать то, что они хотят услышать. Ну, вот... Знаешь, прочитаешь пару просто книжек, чтоб в терминологии не путаться, и говори, что хочешь. Так, кстати, во всех сферах прокатывает, проверено. У меня уже, знаешь, 2 вкладыша в трудовом. Я только не работала. Спасибо, спасибо вам, Семен Абрамович. Вы вселили в мое сердце надежду на скорейшее возвращение маркизы. Вы тем самым спасли меня. Теперь можно смело идти к Аллочке. Это мой кофе, да? Да, это ваш, Семен Абрамович. Берите, да, берите. Да. Берите на добрый стол. А что за маркиза-то хоть такая? Кто это? Да кошка у нее персидская. Ее хозяйка на вегетарианстве помешалась и на здоровом питании. Ест одну траву, и кошку к этому приучает. А животному мясо надо. Вот она и повадилась в соседнюю форточку лазить. А соседи ее подкармливают. А она считает, что ее маркизу похитили. Сначала она в полицию бегала, но там ее быстренько раскусили и перестали обращать на нее внимание. Так вот, здесь приходит Семен Абрамович. Он, Семен Абрамович, к соседям пойдет, кошечку возьмет, принесет ей, а она ему за это деньги платит. Ну, а что же она сама-то к ним не сходит, к соседям? Да ты посмотри на нее, где она, а где здравый смысл. Да ты пей, Ванечка, чай пей. Она ни дома, ни семьи, и сама с причудами. Вот начитается всякой ерунды, и потом устраивает подобные представления. Ой, вот увидишь, после Ава она ко мне придет в библиотеку. Слушай, а это ничего, что я тебя на «ты»? Ты не обидишься? Да нет, все нормально, конечно. Весело у вас тут. У нас? Конечно. Ну надо же, чтобы было хорошо. Часто. Ну и страна у нас. Одно сплошное безобразие. Все распродали, все разворовали. Только деньгами ворочать. Мужчина, ну вы, пожалуйста, потише. Здесь все-таки люди работают, вы мешаете. Работают? Работают. Да вас всех скоро разгонят бездельников. Дедушка, вы успокойтесь. В вашем возрасте волноваться вредно. А какое вам дело до моего возраста? Что вы считаете моим годам? Тише. Фу!
Ну и молодежь пошла. Тьфу на вас еще раз. А это-то что было сейчас? Ай, не обращай внимания, это местный сумасшедший. В каждом городе такие есть. Придет, нашумит, поругается и уйдет. Ну, вредный он, конечно, но безобидный. Галина Александровна, милая, я готова посетить ваш храм знаний. Малочка сказала, что меня ждет большая любовь. Мой кавалер будет умен, статен и богат. Так, на лучше-то я не надеялась. Ну, пойдемте. Всего хорошего, молодой человек. Будьте счастливы. До свидания. Пойду и я поработаю, а то в первый рабочий день даже до своего рабочего места не дошел. Да, давненько я тут не был. Не скажешь, что здесь князья когда-нибудь жили, или графья, кто их разберет. Напротив, типичный образец архитектуры провинциальной усадьбы первой трети 19 века. Конечно, налицо следы неудачного ремонта советского периода, плюс долгие годы запустения. Впрочем, при грамотном подходе все поправимо. Поправимо, говоришь? Ну-ну, вот и посмотрим. Мне нужно, чтобы здесь было настоящее родовое дворянское гнездо, чтобы не стыдно было провести благородную публику. Ты меня понимаешь? Конечно. Сделаем все по высшему разряду. А что насчет финансирования? Понимаете, реконструкция таких масштабов требует значительных расходов. Насчет финанс не беспокойся. Давай, созывайся. Работники магазинов, пройдите, пожалуйста, сюда. Пройдите сюда, пожалуйста, все. Здравствуйте. Итак, дамы и господа, все вы меня, наверное, знаете. Нет. Не все. Евгений Евгеньевич Плешивцев, владелец этого исторического здания. Я долго думал и принял серьезное решение. Финансово держать ваши конторы в этом здании нецелесообразно. С учетом того, что и арендная плата поступает регулярно, но она минимальная. Поэтому я принял такое решение. Вам надо освободить помещение. Позвольте. Как же так? Как вы изволили выразиться? Да, арендная плата минимальная, но она была оплачена в срок и согласно российскому законодательству. Что гласит законодательство, меня не интересует. Все финансовые вопросы будут учтены в вашу пользу. Простите, куда же нам деваться? Да. Куда? Где я еще кабинет открою? Где море в центре города? Вы что? Барышня, милая, как вы изволили выразиться, помещение сейчас занято, но может стать и свободно. Потом, господа, кому вы нужны? Вы со своими гороскопами. Вы частный детектив, а интернет-магазин, юноша, держите. Я согласен, в больших городах интернет-магазин, может быть, и нужно, но в нашей, в общем, так будет лучше всем. Кому всем? У меня трое мужей, а трое детей, а у мужей вообще никакого толку. Да вы понимаете, что мне удобно работать здесь, только здесь. Барышня, милая, а никто не заставлял вас заводить столько детей. Если уж на то пошло, вы печетесь о семье, то принимайте клиентов на дому. Вы это не возбраняете. Родные у меня дома. Вы знаете, в какой хибаре я живу? Вот туда приличного человека привезти невозможно. Я сплю на кушетке, на кухне. Это ваши проблемы и ваш
случай, который к делу не относится. Позвольте, позвольте, а как же мой частный случай? У меня на руках больная матушка. Неужели вы предлагаете мне ее куда-то оставить? Я не могу просто напросто работать в другом месте. Вот. Пожилых родителей всегда можно поместить в спецучреждение. И совершить подлость? Это ваше право. Нет, уже вот. А как же библиотека? Ведь это государственное учреждение. Вот именно, это государственное учреждение. С вашим начальством все уже, все утрясли. Да и потом, вам уже пора на заслуженный отдых. Что тут? На пенсию? Нет! Да что же это такое, люди добрые? Да, да что же я буду там делать? Как я буду жить? А книги? Книги, книги, куда же? Вот так. Ваши книги относятся к разряду ветхого библиотечного фонда и подлежат списанию, ознакомьтесь. Да это же... Как так можно? Надеюсь, все поняли. Нет. Ровно через 3 дня в это же время я сюда появлюсь. Освободите к этому времени помещение. Всего доброго. Алла! Алла, мне дурно! Дайте валерьянки! Сейчас, Семен Абрамович, рюмочку, рюмочку принеси! Сейчас, Галина Александровна, ты только не нервничай! Ну, смотри, Семен Абрамович! Меня на пенсию! Да вы представляете, что это такое? Вы представляете? Я же не выживу, я одряхлею и умру! Я хотела быть нужной людям, а тут такое! Ой, подожди, Вика! Какая? Возьмите у меня эту рюмку! Возьмите это стакан! Возьми, бабушка. Да, возьми. Это какая-то несправедливость. Вот всегда у меня тоже так. Получается, взял, подкопил денег, решил поработать, а тут в первый же день уходи. Ну что это такое? Поехали с друзьями на рыбалку. Там все рыбу только и успевают вытаскивать, а у меня не поклевки. Да еще и с лодки упал, весь вымок, удочка утонула. Поехали с друзьями гулять в Москву. Все нормально прошли в метро, меня дверью прищемило. А с девушкой познакомился, красивой, симпатичной, все хорошо. Пригласил на свидание, а через 2 дня она взяла и ушла к моему двоюродному брату. Ну что не за справедливость, везет как утопленнику. Я вас таки очень понимаю, я тоже не самый счастливый человек на этом свете. Подождите, Семен Абрамович, да. Вы же юрист, так? Да. Ну, а может быть, да. Есть в законодательстве какие-то возможности повлиять или лазейки на этого мужика? Вы хотите предложить управу на Пришипцева? Да. Вы знаете, кто такой Пришипцев? Нет. Вы представляете, он не знает, кто такой Пришипцев. Ну, так слушайте, я вам так и расскажу. Пришипцев старший в 90-е годы был владельцем крупного завода. Ну, он весьма умело провернул свои дела, завод обанкротился, люди остались без работы, а Пришипцев, конечно же, сказочно разбогател. Типичная ситуация для того времени. Ну и, конечно, когда он умер, он оставил, как вы понимаете, все свое состояние, единственный сын. У Пришипцева-младшего такие связи и такие деньги, что бороться с ним, это все равно, что попытаться уколоть зубочистки слона. Хорошо, ну ладно, а что за человек этот Пришипцев? Ну, может, его удастся как-то уговорить, переубедить? Да по нему же видно, глупый, надутый, как индюк. Если он что, в голову к себе втемяшил, вот вообще ни за что не выкинет. Но все равно же нельзя сидеть, сложа руки, надо же что-то делать. Ну что? И ничего ты с ним не сделаешь. Мы для него и не люди вовсе. Так, букаш? Холопы. Холопы. Пойду я книги. Упаковывается. Стойте! А может быть, найти на него какую-то информацию или компромат, который выставлял бы его в неприглядном свете и использовать это против него, а? Ты не предлагаешь его шантажировать? Ну да. А мне нравится твоя идея! Молодец! Только... Нам это самим как-то боком, мне кажется, может выйти. Но попробовать-то надо. Семен Абрамович. Что? А вы не хотите проследить за Пришипцевым? Не,
Да, для настоящего дела я готов на все. Я даже готов рисковать жизнью. Боже. Да. Вот никогда, никогда не думала, что я буду участником таких замечательно интересных событий. Да, но у нас осталось 3 дня. Надо поторапливаться. А здесь будет наш партизанский штаб. Да. Ни шагу назад. Дадим отпор буржую капиталисту Плешивцеву! Дадим! Ура! 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 Да, Лисаим! Чего? Сжись! Поступал! У меня это! На следующий день. Представляете, даже не позвонил матушке, что за мной заменами наблюдается. Представляете? Семен Абрамович, не томи, что ты там выяснил. Терпение. Это чудесный кофе. Не томи! Сатрап, ну говори, что узнал! Давай, не делай друг другу нервы. Я вам все расскажу. Сначала я устроил засаду возле особняка Евгения Евгеньевича. Но ничего интересного я там не обнаружил. Даже наоборот, меня чуть не рассекретил наш дед. Вы представляете? Тут он, а? Прибежал и стал кричать, что мир окутали какие-то сети. В общем, слежка результатов никаких не дала. Так я и говорю. Мир окутали какие-то сети. Тогда я подумал, почему бы мне не влезть в сети социальные. И тогда я влез в сети социальные. Ты его взломал, что ли? Сначала я не хотел этого делать, но потом набрался храбрости, и я взломал пароль. Пароль, как вы понимаете, везде одинаковый. 1, 2, 3, 4, 5. Да, и что там? Что там? Что? В общем, наш уважаемый Плешивцев
решил стать дворянином. Чего? Он что, с ума сошел? Не иначе. Нет, сейчас такая мода. Вот и пришился, подался этой моде. Какое ему дворянство с такой-то фамилией Плешивцев? А вот теперь киньте брови на лоб и сделайте удивленные глаза. Начинается самое интересное. Да куда уж интереснее-то? Он познакомился в интернете с некой дамой. Но... Как оказывается, дама тоже княжеского рода. И у нее завязалась переписка. Ой, вы не представляете, какие страсти там кипят, какие страсти. Семен Абрамович ближе к делу. А ближе к делу, судя по всему, она тоже к нему испытывает симпатию. Но прозрачно намекнула ему, что выйдет замуж только за благородных кровей супруга. И что, вот это вот можно как-то поучиться, что-то добиться? Да вы не представляете. Вы не представляете даже, сколько есть разных вариантов. И сколько? Очень много. Там можно, например, стать виконтом, можно стать лордом, бароном. Даже можно получить титул принца Великого Герцогства Померанского, хотя его не существует вовсе. Просто красивая бумажка. А, кстати, можно даже стать лордом Шотландии. Да, там есть небольшая лазейка в земельном законодательстве. Семен Абрамович, давай без юридических подробностей, ближе к делу. Да. Ну, если ближе к делу, то за деньги возможно все. А какой вариант наш-то, Плешивцев-то, выбрал? А вот это вот я не могу вам даже сказать. А как это покупается хотя бы? Это элементарно. Отправляется необходимый пакет документов на электронную почту. А потом там через интернет-магазин переводятся деньги и через курьера доставляется вот этот вот пакет. А он-то все-таки что выбрал? Да. А вот этого я не знаю. Дальнейший разговор был по телефону, и там есть какая-то контора, которая мне непонятна. Нет, я одного не могу понять. Мы-то чем ему помешали? Нас-то зачем прогонять? Конечно. Вы не понимаете, зачем? Ну, это же старинный особняк. Если он появится здесь и переделает его, конечно же, тот особняк, в котором он живет, трехэтажным, это, конечно, солидно, но вот здесь это дворянское гнездо. Да. Как вы понимаете, привезти даму сердце в дворянское гнездо – совсем другое дело. Ну, что теперь нам делать-то, а? Ох. Так, а что если нам сделать... Во всем виноваты бабы. Дома надо сидеть, а работают они. Мужей обихаживать, детей рожать. Вот как раньше, коняну скаку остановит, горячую избу войдет. Мужчина, ну ведите же себя прилично. Я приличный, я очень приличный. А бабы все бесстыжие, не на ком жениться. Дед, а не поздновато ли ты жениться собрался? Вы мне опять попрекаете возрастом, я еще могу. Фу на вас. Так это, слушайте, а может быть нам Плешивцева этого переключить на другую женщину, ну с этой княгини, как ее там, на обычную, ну там, например, хотя бы на тебя. На меня? Не стану я всяких этих Плешивцев соблазнять, мне не надо, он... пусть Дарья Александровна старается, у нее опыта больше. Да как тебе не стыдно, какой у меня опыт? Я и замуж там ты была все только один раз, а ты целых 5. А вот это, знаете, упущенный отдел. А может быть это, ему ориентацию сменить? Тогда тебе набралось, пусть все старается. Ванька не справится, он молодой еще. Нет, никого соблазнять не надо. Не дадимся на растерзание врагу. Ну тогда я не знаю, что делать. Доброе утро, Аллочка. Ой, простите мне мою навязчивость, но я уже устала ждать, когда наконец свершится предначертанный мне звездами. У меня, безусловно, нет оснований вам не доверять. Однако любовь — это самое главное в жизни женщины. Терпение, мой друг, терпение. Ведь вечер еще не наступил, а самые увлекательные события в жизни женщины свершаются именно при свете луны. Ждите,
и ваша любовь непременно вас найдет. Вы так считаете? Да, да, так, так говорят звезды. Да. Звезды? Да. Ну тогда я спокойна. Я загляну к вам попозже. Вы не возражаете? Ну, конечно, конечно, приходите. А лучше завтра. Завтра Меркурий будет во втором доме. И это значительно увеличит ваши шансы встретить настоящую любовь. Ах, я просто счастлива. До скорого свидания. До свидания, милый. Вы дальше думаете, как и я? Аллочка, вы гений, вы просто... Это не твоя идея! Слушайте, я, наверное, одна чего-то не понимаю. Ну, Галина Александровна, ну... Что если соединить нашу восторженную искательницу любви и этого нашего благородного рыцаря-плешицу? Это же идеальная пара получается! Он же ей по всем параметрам подходит. Статный, благородный. Насчет ума, конечно, загвоздочка вышла. Ну, ты знаешь, и вот там наша башня тоже особо не блещет. Так что прям идеальный. Как мы это сделали? Ну как? Ну как? Нет, ну как же быть с курьером? Как с курьером? С курьером. Да, очень просто. Он куда привезет бумаги? В интернет-магазин! Конечно! Мы все и узнаем! Все же просто! Ну, конечно! А если... Хорошо. А если она ему не понравится? Вот, Семен Абрамович, вот сразу видно, что ты с мамонькой живешь, честное слово. Если женщина захочет заполучить мужика, так она его даже разрешение-то и не спросит, заполучит и все. Я тебе точно говорю. А, смотрите. Завтра она придет обязательно. Ну сюда. Да, кстати. А Плешивцев с утра придет нас выгонять. Правильно? Правильно. Правильно. Вот мы тогда и соединим их. Вот. Курьер же привезет бумаги сюда. Сюда. Да, курьер сюда привезет. Ну, в интернет-магазин. Вот мы все узнаем. Ну, все сходится. Он же Ваньке отдаст бумажку. Правильно? Ну, хорошо. Я понял. Ну, к сожалению, все не так просто. Почему? Доставить-то их доставит, но он должен отдать их лично в руки Плешивцеву. Вот как, такой вот договор. Как Плешивцев? Что-то я не понимаю тогда. Да это бред какой-то. Бред? Что, он здесь будет целые сутки, что ли, сидеть? Их же ты прочитал, их сегодня привезут, правильно? Привезут. Ага. Это, ребята, не бред. Чего? Это просто наш Плешивцев классно хочет покрасоваться. Это просто у него уже дворянские замашки какие-то пошли. Понятно. Да все равно я не понимаю, это что он получается? Курьер привезет сюда. Да это ты сумасшедший дом какой-то выходит. Холоп Плешивцева какого-то дожидается в прихожей. Сам он решил заделаться дворянином. Нас выселяют. Что я в этой ситуации делать, я вообще не понимаю. Ой, а вы знаете, я сейчас вспомнила Александра Сергеевича Пушкина. Вы помните сказку о царе Салтане? Ну, помним, что-то там бочку посадили, засморили, покатили или как-то так. Вы что, предлагаете этого курьера засунуть в бочку или этих двоих? Ну, конечно же, нет. Надо этого курьера напоить, а послание подменить, вот. А, не зря ведь Пушкина называют энциклопедией русской жизни. Нет, энциклопедия русской жизни называют другой роман Пушкина, Евгения Онегина. Да какая разница, Галина Александровна, Семен Абрамович, давай поднимаемся. Сбегай ты лучше сейчас в магазинчик, купи коньячку и закусочки какой-нибудь. Нет, закуска градус пройдет. Просто коньячку, Семен Абрамович. Аллочка, вы меня обижаете. Благодарные клиенты очень часто балуют меня дорогим виски, вином и так далее. Так, ну и? Так что не беспокойтесь. Ради общего дела я готов пожертвовать одной бутылочкой. Какая щедрость! Да уж. А с бумагами-то что мы будем делать? Ты это разберемся по ходу дела. Только вот одного мы не учли. Чего? Ну, с этими-то все мы сделаем. А дама-то, которая княгиня или как ее, она же будет Плешивцеву писать. Вы так и не переживайте, я сам ей все напишу, я-то ее беру на себя. А, ты же сломал, точно! Хорошо. Ну что, поступок по кабинетам? Да. Расходимся.
вам дома творится? Вы ж дети одни сидят, а я тут торчу с тобой. Вы не переживайте, это для общего блага. Надеюсь, моя компания вас не утомляет. Компания как компания. Вот и хорошо. Добрый вечер, любезные. А где здесь интернет-магазин? А он здесь как раз, вы правильно пришли. Но вы знаете, к сожалению, уже поздно, и сотрудник ушел домой. Да. Это все равно. Я обожду. И он мне, кстати, не очень-то и нужен. Заказчик сам сюда придет с тем, чтобы лично в руки взять очень важные для него документы. И что же это за такие важные документы? Об этом я сказать никому не должен. Секрет. Возможно, даже всемирного значения. Ну, монет и сюда нет. А не хотите ли присоединиться к нашему столику? А? Так. У вас праздник? По какому поводу? По какому? Нас же оповестили, что приедет сюда человек чрезвычайной важности. Ну не могли же мы вас встретить с пустыми руками. Так банкет в мою честь польщен. Весьма польщен. И не могу отказать вам в удовольствии сидеть за мной за одним столом. А вы знаете, какая ответственная, серьезная у меня работа? Думаете, что каждый студент справится? Черта с два! Потом такие бумаги не каждому дадут доставлять важным клиентам. Вы знаете, вы как только вошли сюда, мы сразу поняли, что вы человек с незапятнанной репутацией. Вот прям весь ваш вид говорит об этом. Правда, Семен Абрамович? Здесь всякие сомнения. Нет, все здесь. Между первой и второй. Приятно иметь дело с понимающими людьми. Между первой и второй перерывчик небольшой. А почему мне одному? Мы на работе. И, понимаете, мы не гоже же сидеть за одним столом с таким именитым человеком, как вы. Это будет кощунственно с нашей стороны. Понимаете? Ну что вы, если человек благороден, он с легкостью понимает, кто достоин делить с ним трапезу, а кто нет. Я, конечно, безусловно, обладаю таким редким даром в наше время. Так что давайте без чинов, без церемоний, и все же неудобно мне одному выпивать за столом-то, а? Что поделать? Мне совсем не хочется, меня плакать не будет. Я не могу. Только один. Чудесный конец. А теперь надо выпить. Надо выпить за родителей. За родителей? Прекрасный тост. А вы знаете, кем были мои родители? Нет. Не знаю, кто были ваши родители. Я так помню, я вам расскажу. Мои родители. Мои родители были достойнейшими людьми. Да, конечно. Представляете? Конечно. А иначе бы они не вырастили такого удивительно достойного сына. Конечно. Вы замечательная женщина. Выпьем за любовь. На брудершафт. Так, за любовь мало будет пить со мной. Брыля. Семен Абрамович. Ой, елочка, а я вас таки очень люблю, да? Вот. Только что вы отбили у меня женщину. Я несказанно огорчен. Ах так? Тогда я вызываю вас. Вызываю вас на дуэль! Господа, давайте обойдемся без кровопролития! Семен Абрамович,
Господа, давайте ради меня просто помиримся и пожмем друг другу руки. Ради меня, я вас прошу, господа. Ради вас я готов на все. Только ради вас. Замечательно. А давайте мы еще выпьем. Давайте. Я не против. А Семен Абрамовичу хватит. Вы так думаете, там что, больше чего нету? Ну, нету. Все. Я вам говорил, у меня есть вещи. Семен Абрамович. Знаете, а ты хороший человек. И я тебя уважаю. Ну, правда, уже забыл за что. Я тебя уважаю. И ты хороший мужик. Давай споем. Давай. Там, где клен шумел. Да, где речной волной. Да, говорите. Там клен шумел. Надо музыку петь. Над речной волной говорили мы. Говорили мы о любви с тобой. О любви говорили. Шумел тот клен. Они все сказали. Я Поле. Смотрю, все идет по плану. Не совсем, Семен Абрамович вышел из строя. Эй, ты что, уснул что ли? Да надо что-то делать. А выпить? Где у него документы-то, где? Вон в портфеле, смотри, у него. Слабак! Цепился, как клещ мне. Да, ну надо как-то его отвлечь, надо его отвлечь. Придется брать огонь на себя. Только ты давай быстрее, ладно? Я постараюсь. А не хотите ли пригласить даму на танец? С удовольствием. А, минутку. Сторожить. Вы меня совсем закружили. Надо присесть. Атос! Приехал, пришибся, сюда идет! Да что же это? Давай, Александр Абрамович, в кабинет! Давай! Абрамович! Его нет, он занят на ответственном задании. Вернется потом в почте. Следующий раз. Фу. Ванька, пришельцев идет, давай быстрее сюда. Да куда я только успел? Ну чего успел, давай быстрее запаковывайся. Давай. Сам. Это что, курьер, что ли? Солидная контора. По курьерам какого-то алкаша старого прислали. Они мне еще попляшут. Уберите это отсюда. Понадобитесь, позову. Там, где клен пошумел, надо лечь. Да. Вот она, моя родословная, со времен Рюрика. Как такое возможно? Так,
ну-ка еще раз. Всемирное геологическое общество внимательно ознакомилось с вашей родословной, детально изучило исторические документы, касающиеся ваших предков, как по материнской, так и по отцовской линии, и установило: древнейшим из обнаруженных предков Евгения Евгеньевича Плешивцева по линии матери является тульский скоморох по прозванию Гришка Дурачок. Да, жив в 17 веке и известный тем, что регулярно бывал бит на ярмарках. Так, древнейшим предком по линии отца является Мефодий, холоп князей Устюгина. Устюгина. Вышеуказанный Мефодий жил в 19 веке в поместье Калитина и ухаживал за свиньями. В глазах темно. Это что получается? Стоп! Поместье Калитина, это же вот здесь, это же мое, моя нынешняя усадьба, мое родовое гнездо. Да. А Луиза Филипповна? Князья Устюгина, это предки Луизы Филипповны. Это же получается, я холоп дамы своего сердца. Ой, хорошо, что она об этом не знает. Ой. Так, что дальше? Ввиду вышесказанного, Всемирное генеалогическое общество отказывает вам в покупке родословной, дабы не дискредитировать себя в дворянской общественности. Что? Что? И вносят ваше имя в черный список. Они что, с ума сошли? Я им заплатил такие деньжища, они меня в черный список. Ну нет, у меня еще попляшут. Черный список. Меня! Стоп, а? Значит, что получается. Я решил приехать в свое родовое поместье, родовое гнездо, даже не дожидаясь ремонта и выселения арендаторов. И в первую же ночь в своем родовом гнезде я узнаю такое. Да. А Луиза Филипповна, надо ей сообщить, написать, что... Нет, нельзя ей ничего писать, иначе она меня бросит. Надо ей написать, что родословную у меня что надо. Да. А эту мусорку ведь еще же есть. О, сообщение от Луизы Филипповны. Всемирное генеалогическое общество сообщило мне ужасную вещь. Вы, кого я носил в своем сердце и с кем связывал в мечтах свое будущее, оказались жалким презренным холопом, потомком свинопаса и ярмарочного дурачка. Как, скажите мне, с этим жить дальше? Вы прекрасный человек, но связать с вами свою жизнь я не имею ни малейшей возможности, почему прерываю всякое общение с вами. Простите и прощайте, уже не ваша Луиза. Так, надо ей ответить. Что? Что такое? Я не могу ей ничего написать. Она меня заблокировала. Вот ведь весело. Ни счастья, ни выгоды. Арендаторов тебя всех выгнал. И что ж теперь делать-то, а? Да, ну и денек сегодня. Как же мне выйти на Луизу Филипповну? Надо же как-то оправдаться. Потом я же могу сделать в другом месте родословную. Что это? Да, ни счастья, ни выгоды. И все напасти в один день. Да. Мир рухнул. Ну что, Плешивцев, спишь? Не бывает тебе дворянином. Сплю. Кто здесь? Совесть. Совесть? Да, твоя совесть. Не ожидал, что она у тебя есть. Эх, и людей хороших обидел. Кого же я обидел? Своих арендаторов. Галина Александровна, 50 лет здесь работает. Дети у ней далеко, внуки тоже. Одно утешение ей работа. А ты ее на пенсию спровадить хочешь? Не
Я не знал. Ты все ты знал. Все знал. Аля, детей надо воспитывать. Сергею Абрамовичу надо с матерью ухаживать. Ну, я ж... Иван совсем молодой, на ноги хочет вставать, подработать, а ты всех на свалку. Я же как лучше хотел. Лучше. Кому лучше? Я хотел жениться на Анне. Голубых крови. Голубые крови, ты знаю я не. Она такая же голубая кровь, как и у тебя, титул у них купленный. И что ж тебе делать? Ну, я думаю, в первую очередь арендаторам помочь. Поможешь? А помогу. А вот я сейчас встану, пойду и всем помогу. Смотри, смотри, помоги, я за тобой наблюдаю. Да. А пока спи, утро вечера мудренее. Помогу. Всем помогу. На следующее утро. Мне кажется, я вчера таки наговорил лишнего, да? Да, и... Семен Абрамович. Ой, мне нет прощения. Целоваться лез, даже жениться предлагал. А? Ой, у меня нет прощения, нет у меня прощения. Чё, протрезвел и передумал? Что? А, что, нет, что, напротив, а вы-то не согласны, да? Ой, ну умеешь же ты пошутить, а, Абрамович? Ой, умею. Делай вид, что только что сюда пришли. В моем возрасте нужно спать исключительно у себя дома в своей кровати. Вот целую ночь в кресле просидела, теперь все тело затекло, невозможно. Ну, надеюсь, что нам больше спать здесь не придется. Ну, я мои-то как-то, мама, бесстыжая я мать. Мама, вы замечательная мать, вы действовали исключительно вы действовали во благо себе. Ну, да. Галина Александровна, давай, будь. Евгений Евгеньевич, проснитесь. А хотите чаю с печеньем? Бабулечка, это ты? Ой, простите. Так ничего, ничего. Вы что же, здесь ночевали? Так получилось. Ну, это не важно. Все это было напрасно. А вы-то почему так рано все... А так вы же нас вот как неугодных холопов на улицу выгнали. Мы сегодня должны отсюда вот уйти, пришли вещи собирать. И оставляете нас без средств к существованию. Да. Все мы холопы. И рано или поздно оказываемся на улице. А у вас что-то такое случилось? С вами все в порядке, Евгений Евгеньевич? Ну, мне... Приснился очень странный сон. Впрочем, это не важно. Не надо вам никуда собираться. Я передумал. Надо оставить все, как на своих местах, как было. А вы не... Вы не передумайте обратно. Да? Так да. Вы не передумайте? Нет, даю честное благородное слово. Евгений, да на вас леса нет. Ну, давайте я вам все-таки чайку заварю. Посидите с нами, может, вам полегчает. Конечно, да? Евгений Евгеньевич, а? Давайте, давайте. А вот... Нет, теперь, в принципе, все равно. Давайте чай. Галина Александровна, давай чайку. Сейчас. Вот чашечка. Чашечка. Евгений Евгеньевич, а может, вам это, гороскоп составить, а? Да. И можно и гороскоп. Какой гороскоп? Кругом один обман. А зря вы так, зря вы не верите в лучшее. Если бы я вот при каждой своей трудности в уныние впадала, да вы знаете, что со мной сейчас было. А, понимаете, а так вы узнаете, что с вами произойдет. Давайте, давайте ваш гороскоп. А вот, дату рождения напишите свою. Так, ага, сейчас. Так.
удивительная штука получается. Ну что ты, мама? А, ну вот смотрите, совсем недавно вы испытали серьезное потрясение. Семен Абрамович. Практически рухнул ваш мир. Рухнул. Но все это обернется к лучшему. Вы считали любовью то, что ею фактически не являлось. Понимаете, очень скоро, возможно, даже сегодня, вы встретите настоящего, любящего человека, который будет любить вас, именно вас, а не вот эту всю внешнюю шелуху и какие-то социальные положения. И она станет отличной, просто превосходной спутницей жизни, с которой вам никогда не будет скучно. Вы знаете, ее появление будет ярким, фееричным, незабываемым. Боже, что мне делать? Маркиза снова в лапах соседей разбойников. Предначертаны звездами, никак не свершится, и мне совершенно нечего читать. Вся наша жизнь — это сплошная боль и разочарование. Простите, я иногда бываю навязчива, знаю, каюсь. Просто я никак не ожидала встретить здесь постороннего. Не нужно извиняться, вы правы. Жизнь и правда часто преподносит нам разочарование. Разочарование? Вам? Такому интересному мужчине? Ну, то же самое я могу сказать про вас. Ну, чем может быть разочарована столь прелестная дама? Ах, вы мне льстите. Кому я нужна? Кому интересно? Вы на себя наговариваете. А не хотите ли прокатиться по городу на моей машине? Найти какое-нибудь тихое, уютное кафе и выпить по чашечке кофе? И поговорить о наших разочарованиях? На вашей машине? Да. С удовольствием. Прошу. Я народ возница беспечный и бросился в свободный полет. Честное слово, за вас скоро к гороскопу поеду. Замечательный психолог, вы прекрасно разбираетесь в человеческих характерах. Абрамович, чего бы я только не разбираюсь. Да, ну это просто невероятно. Только вот, какое кафе-то они собрались, я что-то не пойму. У нас как-то приличных заведений-то я особо и не видел. Ой, вы ему сейчас совершенно не важно. Вы любовь с первого взгляда. Да. Ой. Так, слушайте, товарищи, а может мне брачное агентство открыть? Смотрите, как у меня хорошо получается. Да у вас все получается, на что бы вы только не взялись. А правда, что тебе невесту найдем? А что это? А это, понимаете, вон это наш какой молодец! Какую бумагу составил! Нет, я же ему говорил, ему нужно на филологическое отделение поступать. А я-то тут при чем? Ну, а как? А как? Как бы я успел ее составить? Я ведь... Там же конверт, вон, запечатанный. Его надо вскрыть аккуратно, все обратно положить. Я только вскрываю, а и достаю. Ты кричишь, что надо быстрее там уплиши. Все, приехал, я его запихиваю обратно. И вот... То есть ты хочешь сказать, что ты в бумагах вообще ничего не исправлял? Ну, естественно, когда бы я успел? Не поверю, что не все можно решить за день. Выходит дело так. Господа, ну какая теперь разница? Главное, что получилось все так, как мы хотели, как планировали. Да, и да, мы здесь, в особняке. И замечательно. Мы остались. О, что может быть лучше? Пойду распаковывать книги. Да, конечно. Да, замечательно. Со стола надо прибрать. А, да, и я пойду поработаю, а то, ну, надо время уже. Да, пойду я тоже поработаю, да. Алла, я имею вам кое-что сказать. Да? Понимаете, все, что я вам вчера говорил, это чистейшая правда. И я буду очень счастлив, если вы все-таки станете меньше. Абрамыч. Абрамыч, ну ты что? Ну, какой женой?
Ты меня прости, ну, разные мы с тобой, понимаешь? Разные. Что, разве я плохой человек? Не-не-не, ты что, Абрамыч, ты не плохой человек, ты хороший, очень хороший, но просто другой. Ну, какая у нас с тобой семейная жизнь получится? Ну, и маменька твоя меня никогда не примет. И мне с тобой скучно будет, понимаешь, прости. И мама твоя детей моих поедом съест. Ну, какая это жизнь? Но ведь так и можно найти какой-то компромисс. Можно, но не нужно. Абрамыч, не стоит меня не волить, ладно? Ты мне потом еще спасибо скажешь. Любовь ведь, она либо есть, либо ее нет. А ты найдешь себе, найдешь обязательно свою любовь. Ну, посмотри, даже Пришипцеву повезло, а ты чем хуже. Ты только дома не сиди. Ну, сходи куда-нибудь в музей, на выставку, в кино. Ну, хорошо, хорошо. Как скажете. Пойду в кино, в музей, пойду в театр. Эх, мужики. Спасибо потом еще скажешь. Ой, ладно, пойду проведаю детей, а то они уже целый день одни, без меня. Пора. Что-то никого нет. Неужели ты, Шивцев, меня не послушал? А, нет. Работает. Хорошо, это я сделал. И бумагу хорошую, отличную составил. И эту самозванку Луизу от Евгения отвадил. Пришивцев, то ведь сам мужик-то хороший, только избалованный очень. Попал бы в чужие руки, еще испортился совсем бы. А так, моя праправнучка все его поправит. Вот я им обоим и помог. Да не только им, а и всем тоже помог. Вот все говоришь, как надо делать, и они не слушают, все мимо ушей пропускают. Ну ничего, на то я и смотритель этой усадьбы. Последний из князей Устюжских, да. Вот ремонт Евгений сделал, сыграет свадьбу. И мне тогда можно будет уже на покой. Ну, терпел так много лет, потерплю еще немного. Да.